Предлагаю приготовить вкусную и питательную гречку с грибами по-царски. Блюдо можно приготовить в любой день за короткое время. Гречка с грибами по-царски – это отличное блюдо для семейного обеда. Грибы я покупаю шампиньоны, они ароматные и всегда есть в продаже. Кроме того, добавляю овощи, морковку с луком. Досмотрев видео до конца, вы узнаете, чего и сколько вам потребуется. Подготовьте ингредиенты. Почистите овощи, морковку и лук, нарежьте их небольшими кубиками. Разогрейте масло на сковороде, пассируйте овощи пару минут до мягкости, помешивая. Грибы промойте, нарежьте средними кусочками, добавьте их в сковороду с овощами. Подписывайтесь и ставьте лайки. Обжаривайте грибы с овощами 3-4 минуты, добавьте специи по вкусу. Всыпьте промытую гречку и следом влейте воду, добавьте немного соли. Тушите гречку по-царски на медленном огне под крышкой 15-20 минут, гречка должна увеличиться в объеме и стать мягкой, перемешайте. Готовое блюдо подавайте к столу, приятного аппетита! Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Такие продукты будут нужны. Гречка – 200 грамм, грибы – 180 грамм, шампиньоны, лук репчатый – 50 грамм, морковь – 50 грамм, масло растительное – 40 грамм, вода – 350 грамм, соль – по вкусу, черный перец – по вкусу, количество порций – 3. Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. Пока-пока!